Радий представити гостю нашої студії, організатора фестивалю традицій «Фест мрії» Алла Різніченко. На сьогодні в гостях. Доброго ранку вам. І так, говоримо сьогодні про фест, який вже нашумів анонсами. Минулого тижня ми анонсували разом з Світланою Махнічевою фестиваль. Що все-таки за фестиваль, чому фестиваль саме традицій, на що буде основний акцент? Почему фестиваль и фестиваль традиций? Ну, в первую очередь хочется сделать что-то для Николаева, чтобы в Николаеве начало что-то происходить, чтобы у нас был свой личный фестиваль. А фестиваль традиций в первую очередь, потому что Николаевская область, как мы все знаем, кстати, мало кто знает, очень богата на красивые места. И основной целью есть показать красоты Николаевской области. Он каждый раз будет проводиться в новом месте. Вот, в этот раз он будет на Ясной Поляне за Большой Кореньихой. Этого места очень большая история, и есть даже одна легенда, которую наши гости узнают уже на самом фестивале. Хотелось бы, конечно, чтобы это был не только фестиваль традиций, но и традиционный для Николаева фестиваль, да. Потому что очень много было попыток организовывать тот или иной фестиваль, но, к сожалению, там после первой попытки он уже там второй раз и не оживал, скажем так. Поэтому желаем в этом плане силы и для труда. А если говорим все-таки о месте проведения, как туда добраться николаевцам и на кого вы рассчитываете? На туриста из Николаева или на туриста из других, возможно, областей, где анонсы давали? Ну, охват рекламы. Рекламы у нас по Херсону, и по Одессе, и Николаев, и Новая Одесса, и Южная, и Коблево. В общем, мы постарались охватить за столь короткий срок. У нас осталось, к сожалению, мало на рекламу. Хотелось бы побольше, максимальный охват аудитории. Но знают у нас и в Киеве, так получилось, да. Ребята с Киева к нам тоже приедут. А николаевцам, в первую очередь николаевцам, добраться можно будет на фестиваль с конечной Варваровки, угол Фалеевской проспекта и угол Рюмина проспекта. Это проезд 23-го маршрута. Нам любезно предоставили несколько машин, которые будут продлены до фестиваля. На них будет табличка «Фест мрії». Мы видим, понимаем, что это к нам. Садимся, платим спокойно 4 гривны, как в обычно. По-моему, 23-4,50, если я не ошибаюсь. И доезжаем до места фестиваля. А обратно будут по заполненности транспорт. Еще будет транспорт идти из центра города, где точно, смотрите, мы сегодня до конца дня покажем это все в анонсах. Анонсы на Фейсбуке, да, на страничке? Да, на всех наших. Если мы говорим вот об этих маршрутках, отправление. Отправление будет какое-то определенное время или целый день? Нет, целый день, но фестиваль начинается с 3 часов дня, поэтому лучше раньше не приезжать. Ну, если хотите помочь, разве что разложить какие-то вещи. Если мы говорим с 3 часов дня, что в программе все-таки будет, а во сколько что, скажем так. Ну и, конечно же, хедлайнеры фестиваля, гости, кто же они? С 3 часов дня и до 9 часов вечера, в 9 часов вечера будет выступать группа Sky, это хедлайнеры нашего фестиваля. Будет больше семейно, ну, молодежи тоже там будет что делать, там будет Иванно-Купальские обряды, мы вспомним все традиции, мы побываем на ярмарке, мы посмотрим, очень много будет всего, не хочется рассказывать, на самом деле будет много сюрпризов. Вот. У нас будет представлена скульптура известного мела, скажем так, одессита Саши. Впервые ее увидят вообще кто-нибудь, он очень спешит к нам, хочет сам лично приехать, рассказать о ней свою историю. Это будет весом 1 тонна казак 4×4, такой себе. Серьезно? Дедушка Бамблби, он его, по-моему, если я не ошибаюсь, собрал с 2 запорожцев. Угу. Вот, ну, он на месте расскажет, что почем. Самое главное, постарайтесь, чтобы он ее там и оставил, будет достопримечательность Николаева. Очень красиво, это разберут. А ночью будет больше для молодежи, после Sky будет диджей-сет до самого утра, будем лежать, слушать музыку, общаться. Ну, то есть, поляна, скажем так, прокачается по максимуму. Будем, мы очень стараемся. Если говорить о количестве людей, все-таки на какое максимальное количество рассчитано или безгранично? Мы хотим объять много, по месяцу у нас до 10 тысяч. У нас там, по-моему, 120 тысяч квадратных метров, наша поляна. Да, там несколько локаций, по-моему, 5 или 6 уже мы построили. Так что фест массовый. Да, да, мы ждем всех, абсолютно всех возрастов, всех категорий. Ну, он рассчитан на каждого. Если говорить о самой программе, насколько я понимаю, это будет все-таки семейный фестиваль, в плане того, что и будет и традиция, значит, можно и с детьми приехать. Да, опять-таки, да. Sky любят и дети, и взрослые. Но если мы говорим о самих мероприятиях, которые начинаются с 3 часов, это будет по формату open air, то есть все синхронно работает, да, или по очереди? Да, синхронно. Синхронно. Да. То есть каждый выбирает для себя то, что ему нравится. У меня такой подход
к фестивалю, мне бы хотелось донести одну мысль. Мы чаще всего приходим на мероприятие как в качестве зрителя. Вот мы нужны для того, чтобы мы покушали, посмотрели, постояли на что-то. В нашем случае то, что мы делаем, сам фестиваль — это те люди, которые туда придут. И для них будет много разных по настроениям, по увлечениям локаций. Будет хотеться посидеть, посмотреть на шикарный вид на Николаев, в тишине, в сторонке будет предоставлено. Поактивничать, поучаствовать будет, посмотреть, послушать, в общем, покушать, попить, поесть. Все. Даже что-то с собой взять. Приносите, да. Можете так брать что... палатки, оставаться до утра на ночлежках. Так что, друзья, у вас есть возможность хорошо провести вечер, день, утро, потом следующего дня. Организаторы обещают, что будет весело и круто. Самое главное, если вы любите спать под диджейский сет, отлично. Да. Хочется, так что вот так. Да. Николаев пришел. Если еще у меня вопрос остался, вот Fest MRI, то есть если вы так расшифровываете, то это как фестиваль чьей-то мечты. Чья это мечта? Это личная мечта или кто-то все-таки вдохновил? Как появилась идея все-таки? Вы знаете, мечта не бывает без возможности и желания ее реализовать, да? Хочется, чтобы она превращалась в действие. Да, это моя мечта, мечта нашей команды в первую очередь. Мы много об этом говорили, мы хотим, чтобы в Николаеве начало что-то происходить, чтобы молодежь перестала уезжать. Ну, и вообще просто хотелось кайфануть. И приглашаем вас это делать. Если говорим о команде, кто эти люди и как их много? Ну, фестиваль состоялся только исключительно при поддержке фабрик здоровья. Знаете, Римма Эдуардовна Малахова, столовая Смычновой. И, конечно же, большое огромное спасибо это нашему губернатору области, его заму, потому что столько было вопросов, с которыми мы столкнулись, неразрешенных абсолютно, и без них бы мы просто не справились, потому что поляна была без электроэнергии. Мы, конечно, как девочки пришли, сказали: ой, как красиво, а давайте тут. Угу. Да, и в процессе, в общем, мои мешки об этом свидетельствуют, были такие моменты, как и подвоз воды, мы хотим, чтобы людям было комфортно, и электроэнергия, чтобы было безопасно, и много-много разных моментов. В этом очень помогла область, очень большая благодарность, да, Риме Эдуардовне. Самое главное, что есть единомышленники, которые помогают самое реализации, главное, да. Поэтому будем надеяться, что если нашлись сейчас единомышленники, понравится это николаевцам, то это все-таки станет традиционным фестивалем. Мы очень тоже на это надеемся. И мечта станет явью. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам сегодня, проанонсировали это мероприятие. Вам нагадую еще раз, друзья, что уже завтра є можливість о 3-й годині дня розпочати відпочинок на Фесті Мрії. Нагадуємо ще раз, що є можливість добратися на маршрутах номер 3 і 23. Еще будет с центра маршрутки приезжать. Тут я сейчас закончу эфир и побегу решать этот вопрос. Вот так. Так что следите, да, за новостями в Фейсбуке.